Девочки, пришло время наводить порядок в наших шкафчиках на кухне. Смотрите, какой бардак. Слов нет. Ну, сейчас будем потихоньку наводить. Ну, вот в одном ящике я сделала вот так вот хлеб наш, который мы всегда едим. Это мои, как их назвать, салаярди для тирамису. Это мои хлебцы. Здесь так будет. Во втором ящике у меня лежит все, вся паста, которая мы начатая паста, начатые пачки. Это у нас начатая. Смотрите, это лазанья, это для овощей, то есть меленькие вот такие вот макарошки. Мы картошку с ними делаем. Это фарфалы. Фарфалы это для, как это сказать на русском? Забыла, как сказать на русском. Короче, с томатным соусом делается. Сальса. Вот, это мы обычно готовим карбонара или с креветками. И да, хочу сказать, что пасты у нас всегда много. Мы макаронники еще те. Ну, итальянец как-никак. Паста – это любимая еда. Кстати, еще паста вот такая, вот ее называют паста фреска, это свежие макароны. Ну, вы, наверное, знаете, итальянцы, они же вообще помешаны на макаронах. У них макароны, это как у нас борщ. Ну, я называю макароны, но здесь вы, как сами уже поняли, здесь видов миллионы этой пасты. Мы ее обычно покупаем по скидкам. Стоит она по скидке одна пачка 79 копеек. И у нас ее дома обычно очень-очень много. Ладно, буду дальше убирать. В этом ящичке у меня всякие для выпечки. Здесь крахмал, потом для какао, для тирамису, всякие бакпульвер, дрожжи, ваниль. Сейчас буду наводить порядок здесь. Слушайте, это нашла я, знаете что, это конфетки. Конфетки такие желатиновые. А, что еще? Вот это не знаю, что какая-то приправа грибами, мясо что ли. Понюхаю. Фу, выброшу. Ванилин, дрожжи, бакпульвер, дрожжи. А это бакпульвер итальянский. Это немецкий, это итальянский. Дрожжи. Дрожжей мы набрали дофига и больше. Сейчас красивенько сложу. Пока убирала, еще такую коробочку нашла. Здесь у нас лежит что? Желатин и бакпульвер итальянский. Это что? Что это? Не знаю, что. Лимонная кислота, что ли? Или цедра. Не могу понять, что это. Вот так я сложила у себя во втором ящичке. Какао разложила. Это присыпка для пасочек. Сейчас буду в третьем ящичке складывать. В третьем ящичке у нас лежит паста, которая новенькая. Новенькая это вот такие вот у нас для сальсы. Пикалини это маленькие перья, пене, а это крупные перья. И спагеттоны. Здесь уже не помню, что лежит. Опять дрожжи. И опять основа. Это что? Бакпульвер. Боже, у меня во всех ящиках получается этот бакпульвер, что ли? Пудинг. Желатин. Это листовой желатин. Это тоже желатин. Это что? Это кускус. Кстати, я его ни разу не ела. Может, приготовить кускус, что ли, попробовать? Это что? Это картофельное пюре. Тоже мы его не едим, надо выбросить. Это что?
А, это коробочка у меня для духовки. Здесь разные пакетики. И все, одноразовые стаканчики там стоят для пикника. А, это я выбрасываю. Кускус оставляю. Это выбрасываем. Это все остается, все нужное. Так, а внизу у нас лежат консервы. Сейчас я там протру и тоже наведу порядок. Наводила порядок и нашла вот такую терку. Мелко, это для пармезана, скорее всего. Ну, в консервах мне наводить нечего. У нас все консервы стоят в нашей кладовке. Здесь только, ну, такое первое, как бы, чтобы не ходить, далеко не ходить. Здесь тонна. Тонна это, ну, рыба такая, консервы тонна. Я не знаю, как сказать, что это тонна. Здесь соленые огурчики. Здесь растительное масло. И кукуруза.